Very good. Okay. All done. Glad to meet you, Prime Minister. It's very good to be here and to meet with you. Рад быть здесь и принимать участие во всех этих событиях. Австралия воодушевлена вашим лидерством, мужеством украинского народа, который он показывает, защищая суверенитет своей страны и борясь за верховенство международного права. 500 дней войны — это невероятно. Мы продолжаем накладывать санкции на Россию. Недавно у нас была проблема с российским посольством в Австралии. Мы недавно увеличили поставки вам гуманитарной помощи. Буквально вчера в Берлине приземлился наш самолет с помощью для Украины. В Германии находится около сотни австралийцев, которые занимаются доставкой этих гуманитарных грузов. Сегодня мы также обсудим, какая помощь вам понадобится в будущем. Мы будем продолжать помогать вам отстаивать ваш суверенитет на фоне этого жестокого вторжения. Благодарю вас, господин министр. Рад видеть вас и вашу команду. Спасибо за ваши слова поддержки. Как вы заметили, уже прошло более 500 дней войны. Мы рады, что Австралия стоит плечом к плечу с нашим народом. Благодаря этому, и не только в плане гуманитарной помощи, но и вашей военной поддержки, она была решающей на поле боя. Спасибо вам. Есть еще некоторые детали, которые мы обсудим без камер. Благодарю прессу.